Всем привет! Сегодня Рукожоп расскажет, как можно сохранить дольше хлеб. Ну, хлеб обычный, хлеб наш. Если вы в бытовке на огороде где-нибудь живете, может быть дома, и так сойдет. Вот хлеб, если так лежит, он, соответственно, у нас сохнет долго. Если так, то при там, лестнице дела не очень удобно. Ну, можно, конечно, накрыть пакетиком эту тару, но что толку. Но есть вариант один. Там не только хлеб можно хранить, можно что угодно хранить. Вплоть там крупы, да что да. Зависит, конечно, от объема. Вот я предпочитаю такой большой. Тара из-под шашлыка была у меня, под шашлык. Так положил туда. Прикрыл крышечку. Крышки можно парочку дырок маленьких сделать. И от грызунов защищает, и хлеб не портится. Но, а если есть такие маленькие тары, я туда предпочитаю крупу вложить. Друг на друга их поставил, составил. Там мы жили в бытовке, так использовали. Или на огороде можно под крупу, но опять же надо какие-то отверстия сделать мелкие, чтобы все же воздух был. Вот самое интересное я вам рассказал. А теперь подпишитесь и всем до новых встреч.